Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гея. Сегодня мы будем играть в МТМ Провинция, пацаны. Да, наконец-то мои руки сюда дошли, в принципе, потому что мне многие писали, чтобы я здесь начал играть. И вот, наконец-то, я решил здесь поиграть. И я решил начать играть на 4-м сервере. Здесь также будет играть Тимоха Домино, в принципе. Мой ник здесь Кирилл Путбуль, все будет в описании, как здесь начать играть. Всего здесь как бы 5 серверов, и здесь, пацаны, есть даже голосовой чат. Я просто охренел. Я даже закинул сотку, по-моему, только не знаю, как перевести здесь донат. Так, обменять... На игровую рубли, да. Видите, количество 100. Так, ну, это у нас, в принципе, мало денег. Я думаю, окей, все. У нас теперь есть 104 тысячи, короче, у нас теперь есть. В принципе, я задатил лично свои деньги. Так, здесь у нас есть, в принципе, метро. Но я не знаю, куда лучше нам пойти, потому что я вообще здесь ничего не знаю, пацаны. Сейчас, может, с кем-то пообщаемся еще. Так, я вышел на ЖД вокзале каком-то. Блин, а я хочу в город. Как тут мне в город выйти? Давайте выйдем в город, короче. Не знаю, пацаны, я по звуку что-то там настраивал. Не знаю, если будет плохо слышно, извиняйте, пацаны, в следующий раз исправлю. Так, надо здесь, короче, выход найти. Я здесь вообще ничего не знаю, ничего не шарю. Так, вон выход, по-моему. Все, пошлите туда, в принципе. Это у нас вокзал, мы здесь появляемся. Здесь есть три города. Я появился в на букву П, какой-то там город был. Давайте с ним поздоровимся, может. Здорово. Так, блин, здесь даже голосовой чат, пацаны, есть. Это очень круто. Так, у меня есть 100 тысяч, пацаны. Я не знаю, что мне делать, на самом-то деле. Здорово, подвезешь до автошколы? Мне его плохо слышно. Так, давайте сядем в автобус. Ну, видите, он что-то сказал, но я его не услышал, короче. Так, нам нужно в автошколу. Школу, думаю, сначала. Блин, это круто вообще. Можно от первого лица еще ехать. Нормально, короче, нормально. Так, у нас здесь статистика есть. Имя Кирилл Путбуль, уровень первый, очки опыта. Так, права и вообще никаких прав у меня нету, в принципе. Я не знаю, сколько здесь самая дешевая машина стоит. Так, все, я приехал в автошколу, меня чувак подвез. Только я не знаю, в каком мы городе, в принципе. Я вот этого на самом деле не знаю. Так, давайте зайдем. Я не знаю, сколько там стоит на права. Ага, вот здесь, наверное, права получать. Так. Легковые автобусы, грузовики. Так, я думаю, можно... Так, давайте вот это выбираем. Блять, я забыл. Господи, я буду сто раз проходить эту хрень. Да уж, конечно, молодец я, блять. Ох, ебать, я красавчик, ебаный в рот. Так, все, давайте ехать, в принципе. Я вроде прикрутил звук, должно быть не очень громко. Бля, вот это уже круто, пацаны. Хоть права будут, блядь, это и то хорошо, я думаю. Надо бы потом скин купить, подработки посмотреть. Так, а где тут поворотник отключать? Кстати, здесь свое время в игре, видите, оно идет по-своему. В принципе, как GTA, я думаю, обычный. Но это прикольно, блин, на права хоть сдам, пацаны. Блин, с вас на лайки, пацаны, потому что мне очень понравился этот город. Этот сам проект, потому что это, типа, закос под Москву, Питер. Там и так далее, это очень круто, я думаю. Поэтому с вас на лайки. И я на самом деле хотел бы здесь снимать. Так, Б пристегнуть ремень, F5 ограничение скорости, круиз и левый поворотник, ага, правый поворотник. Аварийка, о, так, попробуем. Ух, ебучий случай, твою дивизию, а ну. Ебать тарахтеть, вот это нормально, блин. Вот это четенько, аварийка, так, поворотники. Так, но все равно все оранжевые, в принципе, поэтому можно не париться. Надеюсь, я сдам на права, в принципе. И можно будет потом в следующей серии поставить подработки, а потом уже купить какую-то первую машину, чтобы передвигаться нормально по карте. Блин, понимаете, чтобы мне все это изучить, у меня займет времени, ну, месяц, наверное, потому что очень большая карта, очень много чего классного, до такого, что я еще не видел. Это не просто обычная МТА, это МТА сделана с нуля, карта, все дела там, врубаем. Давайте перестроимся сюда. Блин, как охуенно здесь ездит с поворотниками, пацаны. Это реально очень круто. Трамвайчики ездят, бля. Здесь столько всего можно изучать, пацаны. Я здесь готов реально задержаться, надеюсь, вы тоже. Поэтому обязательно ставьте лайки. Если что, это никакая не реклама, я лично сам захотел здесь играть. Тимоха. Мы просто с Тимохой думали, где можно поиграть, на каком проекте. Как бы РП-бокс, ну такой себе. Криминал как-то заебало на самом деле. А вот провинция, это уже хоть что-то новенькое, в принципе. И такого я еще, честно говоря, не видел. Я думаю, вы тоже, кто играет в криминалку только. Я думаю, вы тоже такого, в принципе, не видели. А, блин, вы же звука не слышите, пацаны, по идее, да? Да, вы звук не слышите. У меня аж в настройках бандикама выключен звук, поэтому вы не слышите. Такая сегодня у нас вводная серия, такая пилотная. Бля, арочки, блин, просто это... И реально это Питер, пацаны. Это реально Питер просто, бля. Вот это охуенчик просто, я понимаю. Так, едем. Мосты, бля, вода просто. Ай-яй-яй, пацаны, карамба, бля. Вот это топчик просто, реально. Церкушечка у нас здесь есть, магазинчик. Надо будет себе шмот прикупить. Ну, по-любому, первая машина, пацаны, моя будет этот ТАСС. Это, в принципе, нормально. Не BMW мне сразу. Я знаю, что здесь есть BMW M5-60, который я очень хочу. Вы получили права категории B. Yeah, baby!
Оу, да? Это просто охуенно, пацаны. Ну что ж, я думаю, на это будем заканчивать. Такая была пилотная серия. Пацаны, вам показалось больше 10%, что здесь есть. Поэтому где-то ставьте лайки. Я готов хоть каждый день здесь снимать, потому что это будет не реклама. Это чисто я снимаю в свое удовольствие, пацаны. Поэтому опять ставьте лайки и всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.